Приветствую всех из Одессы, 26 июня 2023 года. Одессу снова атаковали, шахедами, атаковали калибрами. Значит, у нас в час 55 в Одессе объявили воздушную тревогу. И уже минуты через две, может быть через три максимум, уже начали звучать взрывы. Взрывы были достаточно сильные. Сперва было слышно, как будто бы вылетает какая-то ракета, такой гул стоял. И, ну, как бы предварительно я догадался, что сейчас будут взрывы. И да, буквально там через несколько секунд начало греметь, начало бахкать. У людей повыбивало окна взрывной волной. Значит, еще раз повторюсь, атаковали Одессу мопедами, шахедами. И были пуски калибров с акватории Черного моря. По предварительной информации, все цели уничтожены. Отбоя тревоги пока есть на данный момент еще не было. Время сейчас 2:40. Вот. По предварительным данным, все уничтожено, обошлось без прилетов. В дополнение к взрывам, которые звучали в Одессе, еще и началась гроза. У нас дождь с грозой, с молнией, все как полагается. Теперь попробую разберись. Работа ПВО, прилеты, взрывы или просто гроза? Это ужас, конечно. Во время тревоги вот эта гроза, ну, бахкает, гремит тоже так по-страшному, капец. Короче говоря, что хотел сказать? Хотел сказать, что поздно, очень поздно дают воздушную тревогу. То есть от первых взрывов до, вернее, от начала тревоги до первых взрывов прошло 3 минуты. Три. И уже начали сбивать шахеды где-то очень рядом над городом, а может быть даже в городе или над морем, я не знаю где, но прямо очень рядом начали сбивать. И я как бы, я не рискнул идти в укрытие, потому что просто были же уже неоднократно случаи, когда людей убивало обломками во время сбития шахедов. То есть как бы хотя бы минут за 10, за 15, чтобы, да, ты успел как бы проснуться, одеться, спуститься и добежать до укрытия. Вот. А так получается бежать под звуки взрывов, чтобы на тебя упали какие-то просто маленькие кусочки металла. И это максимально небезопасно, и это реально опасно. То есть пришлось пережидать эту атаку, сидя в коридоре в квартире. Такие дела, друзья. Я на связи. Как будет обновляться информация, сразу буду сообщать. До встречи. Всем пока.